Всех приветствую на канале Хозяйка на заметку. Сегодня я хочу поделиться с вами самым любимым моим рецептом сырничков без муки. Они получаются мягенькие, вкусненькие и красивенькие. Давайте же скорее приступать. Приступим к приготовлению наших сырничков. Возьмем творожок наш. Я брала в магазине в пачечках 5%. Можно использовать любой творожок, какой вам нравится, какой у вас есть. И разминаем. Добавляем сразу сахар, щепотку соли, одно яйцо, манку, ванильный сахар. И все тщательно перемешиваем. Если не нравится с манкой, можно также заменить измельченными овсяными хлопьями. Можно добавлять изюмчик, сухофрукты. В любом случае, это очень вкусно. И после того, как вы хорошо перемешали, оставляем массу нашу для набухания манки. Приблизительно на 10-20 минут. И вот прошло 15 минут. Наша масса загустела. И приступаем к жарке. Разогреваем нашу сковородку. Выставляем на средний режим. Наливаем растительного масла и будем формировать наши сырнички. Вот каким образом. Берем ложечку, ручку смакиваем растительное масло, чтобы сырнички не прилипали во время формирования их. Набираем одну ложечку, хорошенечко прокручиваем. Формируем такие кругленькие лепешечки. И выкладываем на сковородочку. И обжариваем, не накрывая крышкой, на среднем огне. Посмотрим. Вот какие красивые, смотрите, получается. Так, переворачиваем и обжариваем на другой стороне на среднем огне. Обязательно подглядываем, чтобы наши сырнички не подгорели, и выкладываем их на тарелочку. Давайте посмотрим, какие сырнички внутри у нас получились. Вот, видите? Внутри хорошо прожарились. Попробуем. И вот, смотрите, какие красивые нежные сырнички у нас получились. Подавайте их со сметанкой, джемом, медом. В любом случае, это очень вкусно. Рецепт ищите под видео. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк, писать комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. Пока!